Вениамин Кондратьев вместе с Владимиром Путиным оценил научно-лабораторные корпуса. По сути, военный технополис «Эра» — это армейская силиконовая долина. Здесь будут работать над прорывными технологиями в оборонной сфере от биоинженерии до робототехники. В Анапе уже проходят службу 4 научные роты. Кроме этого, в лабораторном кластере разместились 37 предприятий, в том числе офисы таких компаний, как «Калашников», «Сухой», «Уралвагонзавод». Ставку делают на молодые исследовательские команды. На территории инновационного городка смогут жить и работать ученые и военнослужащие. Здесь есть спортивно-оздоровительный комплекс, скрытый бассейн и даже ледовый дворец. «Эру» построили по указу президента России менее чем за полгода.